саженцы жимолости съедобной стрижеванка, схемолост седобная стресковчанка, высокоурожайный сорт для домашнего выращивания. Ягоды созревают рано, уже в июне можно получить первую порцию вкусного и полезного урожая. Плоды очень крупные, до 2,7 грамм каждый, отличаются удлиненной овальной формой и особенно насыщенным темным оттенком кожуры. Они сладкие с незначительной кислинкой, богаты витаминами и минералами. Жимолость употребляют свежей, а также ее консервируют и замораживают, перерабатывают в варенье и джемы. Ухаживать за кустарником несложно, он может переносить заморозки в открытом грунте, а также он не требователен к солнечному освещению. Жимолость съедобная стрижевчанка – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Жимолость прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. По типу ствола жимолость съедобная стрижевчанка можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. В качестве места выращивания жимолости прекрасно подходит открытый грунт. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Жимолость съедобная стрижевчанка имеет ранний срок созревания. Форма у плода удлиненно-овальная. Цвет плода черный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что жимолость съедобная стрижевчанка – частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.